Драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. Воспитанники нового детского дома в творчестве теперь уж точно могут себе не отказывать. Новым третий детский дом стал после капитального ремонта. Теперь здесь проживают только одаренные дети-сироты. Для творческого развития воспитанников оборудовано 5 студий. Как ребятам живется теперь, посмотрел Михаил Мень. Ну и, честно говоря, очень важно то, что ребята будут жить в таких условиях. Они будут изначально понимать то, как должен выглядеть их дом в будущем, как должно выглядеть их рабочее место в будущем. То есть вот эта так называемая экология глаза, она прививается ребятам с детства. Теперь каждый может заниматься тем, что по душе. В детском доме есть своя фотостудия, зал для занятий хореографией и вокалом, художественная мастерская и дизайнерский кабинет. Здесь воспитанницы занимаются пошивом новых коллекций одежды. Местный театр моды «Кокетка» известен далеко за пределами Иваново. Я хочу поступить в текстильную академию. Мне очень нравится мода и вообще я люблю заниматься моделированием одежды. Очень хочу пойти на дизайнера, потому что этим меня привлекает, это моя жизнь в этом во всем. Сейчас в детском доме 35 воспитанников, свободно еще 30 мест. Кроме того, на базе учреждения работает центр адаптации выпускников. Там можно получить необходимые консультации специалистов и даже какое-то время пожить. Сейчас у нас еще открыт гостиничный комплекс при этом центре на 9 кроватей. У нас 3 мальчика и 6 девочек, которые к нам приходят. Это те дети, у которых сейчас в данный момент нет жилья. То есть учебное заведение, в котором они обучаются, но там нет общежития. Обновленный детский дом теперь носит название «Звездный». В скором времени ему присвоят имя Эдуарда Хиля. Певец тоже когда-то был воспитанником интерната. Устное согласие вдова артиста уже дала. Теперь ожидают официального подтверждения. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.